Пограничный наряд отдела Гребенники в Великомихайловском районе задержал автомобиль «Форд Транзит» под управлением гражданина Молдовы. Мужчина перевозил 1500 литров спирта. Как выяснилось, водитель направлялся в молдавский поселок Владимировка. Правонарушителя с грузом передали представителям государственной фискальной службы. Предварительная стоимость изъятого алкоголя – 45 тысяч гривен. Напомним, накануне пограничники Котовского отряда задержали украинца, который пытался переправить через молдавско-украинскую границу крупную партию табачной контрабанды. Общее количество изъятых сигарет составило почти 5000 пачек и оценивается в 60 тысяч гривен.